Буэнос-Айрес, ребяточки! Не могу пройти мимо и не похвастаться нашим моднейшим флорариумом, который мы сделали для наших друзьяшек из компании Florarium Plants. Обычно такое себе получается, а сегодня получился, ну, очень красивый. Значит, это наш, как бы, стандарт 1300, там, 700-700. Какие мякотки? Сдвижная дверца. Она просто вот, ну, ты закрывал, ну, ты, наверное, нет. В общем, если ты закрывал дверь в BMW, то вот она примерно так же закрывается. Просто вот чик. Тут алюминиевый профиль с поли... Какой полиамидный? Полипропиленовый? Капролоновый? Короче, алюминиевый профиль с полистирольной вставкой, за которой дверка ездит просто вот так вот. Такие вот отверстия под форсунки. Есть две такие вентиляционные полосы, щелями язык не поворачивается назвать. Сзади фитинги тоже для подключения оборудования. Внутри отверстие для подключения фитингов к фильтрации, то есть к внешнему фильтру, да, здесь будет такой небольшой водоем. И даже есть малюсенькая дырочка для гермовывода. Такие вот алюминиевые направляющие. И внизу, по которому все это добро ездит. А вы не поделитесь своими впечатлениями? Как вы там говорили? Охуенно? Охуительно? Охуенчик, супер. Если вам нужен такой же роскошный флорариум, вы знаете, что делать. В описании будет ссылочка на нашу мастерскую, там будет WhatsApp, вы мне прям пишите техзадание, я вам тут же отвечаю. Все, спасибочки, чао-какао, люблю, обнимаю, до встречи в новых видосах, пока. Ну-ка, красавчик. Ой, какой красивый, а?